Дорогие друзья, сегодня 11 декабря родился Карл Хайнц Меммерт. Замечательный человек. Могу сказать, чтобы дойти до леса и снять видео после такого снегопада, нужно минимум полчаса найти хорошую позицию и сделать хорошее видео. Но Карл заслуживает большего. Это прекрасный, замечательный наш друг. Он всегда отзывчиво относится ко всем вопросам. Он всегда с удовольствием спрашивает успехи моего сына. Желаю всем вам на земле таких же друзей, и чтобы у Карла их было в 1000 раз больше. Ради него, чтобы люди могли посвятить день, час, и сделать ему прекрасное настроение. Карл, в этот замечательный день желаем тебе долгих лет жизни, здоровья тебе, жене, дочке, всем вашим близким. Больших успехов. Всего самого наилучшего, Карл. Прекрасного тебе дня рождения. Сегодня 11 декабря.